Украина будет считать каждый кубометр днепровской воды, доставленной в Крым. На Северо-Крымском канале строят специальное сооружение – счетчик. Как все это выглядит, смотрите далее. В 10 километрах ниже по течению находится граница с оккупированным Крымом. Здесь, на Северо-Крымском канале, из мешков с глиной сейчас строят временный, так называемый, переливной порог. Тут работают краны, экскаваторы и водолазы. Это сооружение предназначено для учета воды, которую отправляют на полуостров. Строители подчеркивают, это не дамба и не перегородка. Воду крымчанам никто не перекрывает. На сегодняшний день непонятна позиция крымских наших коллег бывших с тем, какое количество воды они планируют забирать. Крымчане несанкционированно какую-то часть воды отбирали. Ранее ежегодно из Днепра в Крым поставлялось около 1,5 миллиардов кубов, датированные Киевом. За куб воды на полуострове платили меньше копейки. Крымская сторона до сих пор не подписала договор с администрацией канала и, соответственно, ничего не платит. В водном хозяйстве Херсонской области хотят знать с точностью до литра, какой выставлять счет. Поэтому строят учетное сооружение. На дно канала укладывают мешки с глиной. Это фундамент. Сверху их накроют специальным тентом. Мешки по селитру, в принципе, но применяем мы сюда. Завязывают узлы, верхние, нижние, все там проницание не будет. Ну, размокать-то она будет, конечно, но с мешка никуда не уйдет. По плану порог должен простоять долго. Для спуска воды на зиму у основания водолазы проложили специальную трубу. Вода, вы знаете, сама это стихия. Может, будет стоять, может, не будет стоять. То количество воды, которое закажет автономная республика Крым, мы сможем подать в любое время. Но это количество воды будет четко измерено, и мы с точностью до кубометра. Строительство планируют закончить через неделю. Потом установят компьютеризированную систему учета. А пока объемы будут считать вручную. Кирилл Ющишин, Богдан Иванов, телеканал «Интер», Херсонская область.